Узбекистан отказался от тройственного союза с Россией. С 7 декабря такие заголовки в СМИ стали встречаться все чаще. Но эксперты отмечают, что заявление вырвано из контекста и трактуется неверно. Речь идет о выступлении министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Он заявил, для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы мы на сегодняшний день ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Узбекистан будет закупать энергоресурсы, исходя прежде всего из национальных интересов. Мирзамахмудов уточнил, Москва и Ташкент вели переговоры о поставке российского газа через территорию Казахстана, но речь шла всего лишь о техническом контракте. Узбекистан выступает против того, чтобы излишне политизировать вопрос взаимодействия в вопросах газовых поставок. И он категорически против выступает там, против таких понятий, как газовый союз, газовый альянс. Узбекистан сейчас больше предпочитает говорить о реверсных поставках природного газа. Например, из той же России, да, в сотрудничестве с Казахстаном. По словам эксперта, Узбекистан – страна, которая производит в год больше 50 миллиардов кубометров газа. Страна сталкивается с ежегодно растущим дефицитом природного газа по ряду причин. Текущих мощностей не хватает для удовлетворения растущего спроса. Во-первых, если в 1991 году население страны насчитывало 20 миллионов человек, по итогам 2021 эта цифра превышает 35 миллионов. Во-вторых, спрос растет и со стороны промышленного сектора. В данном контексте потребности постоянно увеличиваются, а возможности нарастить добычу ограничены. В 2021 году были первые закупки природного газа у Туркмении. Правда, пока в небольших объемах, но это делается. Поэтому Узбекистан будет искать различные возможности для того, чтобы покупать природный газ, диверсифицировать источники поставок природного газа. Я думаю, что Узбекистан будет покупать и туркменский газ, Узбекистан будет покупать и российский газ тоже. 28 ноября на переговорах в Москве президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали идею создания при участии Узбекистана трехстороннего союза, который помог бы координировать действия при транспортировке российского газа по территории республики. В тот же день президент Токаев подчеркнул, что казахстанской стороне необходимо вникнуть в тему, чтобы прийти к нужным результатам.